Я признаю, что геноцид армянского народа идет прямо сейчас. Что, используя подлог и фальсификацию исторических событий, армянский народ пытаются выселить из реального мира. И делают это довольно успешно. И, к сожалению, сегодня мы, армяне, сами участвуем в своем геноциде. Суть этого геноцида заключается в том, что наш армянский народ пытаются переселить из реального мира в мир виртуальный. Во-первых, нас смогли убедить в том, что мы не имеем ничего общего с самыми близкими нам народами, с нашими соседями и с нашими кровными родственниками. Во-вторых, нас смогли убедить в том, что известная история армянского народа последних 400 лет, то есть весь османский период, это не наша история. Что все эти 400 лет мы были неполноценными гражданами Великой Османской империи, богатого, могущественного и просвещенного государства, а бесправными рабами. Это, конечно же, не так. Но, слава Богу, среди армян достаточно людей, которые сумели сохранить свой рассудок в ясности. Я уверен и знаю, что наш народ должен вернуть себе память, вернуть себе всю свою родню, принять ее такой, какая она есть. Это и турецкий народ, и азербайджанский народ, и русский народ. Я перечислил их в той же последовательности, в которой их отрывали и продолжают отрывать от нашего народа. В конце XIX века нашими врагами сделали турков, в конце XX – азербайджанцев окончательно. И вот уже очень успешно прививают вирус ненависти в отношении русского народа. Как бы тяжело это ни было, нам нужно вернуться в свою реальную, естественную семью. Если мы этого не сделаем, я уверен, мы погибнем, растворимся. Я никогда не говорил, не говорю и не буду говорить от лица всего армянского народа. Я говорю лишь от своего лица, от своего имени. Я высказываю здесь свои мысли в надежде, что меня услышит та самая адекватная часть армян. Я беру на себя ответственность показать, в чем конкретно виртуальность нашей древности, нашего древнего величия, и ответить на главные вопросы. Кто и зачем нас обманывает? Древняя история у нашего народа, как и у всех других народов на Земле, конечно же, есть. Но, увы, о ней ничего или почти ничего неизвестно доподлинно. Я уже много раз повторял, и даст Бог еще много раз повторю, что у нас было свое сильное и независимое государство. И называлось оно Османская империя. И мы в ней были османами армянского вероисповедания. И никаких других государств в достоверном виде у нас, армяне, больше не было. И совершенно точно не было государств, наследником которых являлся бы исключительно один единственный армянский народ.